Здравствуйте. 14-й батальон, капитан Жанна, документ, пожалуйста. Пока ничего не получил. АТС вообще нет? Вообще ничего не дали. С таможничным не пришел. Я только купил. Сейчас вот заеду, посмотрю, что они привез. Прислали или не прислали. Беларусь еще, да? Белорусскую таможню растаможили. Он с Америки сам. А что к нему еще должно быть? А? Да, договор. Ну вот это вся. Это... Просто ваши уже останавливали, он говорит, нам это, ну вот это все вот эти таможенные дела, вот я в них ничего не понимаю, вы что не понимаете? Он что, не растаможен? Он уже растаможен, с таможни идет ПТС. Это договор, то, что а я... А какой срок он должен быть? А? Ну они сказали неделю-полторы, 7-14 дней, но, говорит, 14 дней не идет. Я когда машину забирал, привезли ПТС-ки, те машины, которые пришли неделю назад. При наличии ПТС. Сейчас же ничего даже нету. Не знаю, мне сотрудники... ПТС у нас вроде после приобретения. У вас справка счета от 5 числа. Да. Но я сейчас заеду к ним, спрошу, если есть ПТС. Мне не в моих интересах кататься без номеров. Ну, понятно.